Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такие красивые ажурные мотивы крючком и соединять их между собой в процессе вязания последнего ряда. Для работы я использую нитки виолет и крючок номер 1,25. Берем ниточку, делаем начальную петлю, И набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводим крючок в первую воздушную петлю и провязываем соединительный столбик. Мы соединили нашу цепочку в колечко. Вяжем одну воздушную петлю подъема и в полученное кольцо провяжем 12 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый десятый, одиннадцатый и двенадцатый столбик без накида. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик, в вершину первого столбика без накида за обе полупетли. Далее провязываем одну воздушную петлю подъема и в эту же вершинку столбика предыдущего ряда, куда мы только что вязали соединительный столбик, провязываем столбик без накида. Вяжем 3 воздушные петли. Пропускаем вершину одного столбика предыдущего ряда. В следующую вершину провязываем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. Пропускаем одну вершинку. В следующую вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Одну вершину пропустили, в следующую вяжем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. Одну вершинку столбика предыдущего ряда пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Пропускаем вершину столбика, в вершину следующего вяжем столбик без накида. Заканчиваем ряд, провязываем 3 воздушные петли. И вяжем соединительный столбик в вершину первого столбика без накида за обе полупетельки. Вот что получилось. Получилось 6 вот таких вот арок из 3 воздушных петель. Далее мы с вами вяжем соединительный столбик под первую арку из 3 воздушных петель. Вот таким образом. Вяжем 3 воздушные петли подъема, которые заменяют нам столбик с одним накидом. И под эту же арочку поряжем еще 3 столбика с одним накидом, не довязывая их. Делаем накид на крючок, вводим крючок под арку, протягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли. Снова накид на крючок, под эту же арочку вводим, протягиваем рабочую нить, провязываем 2 петельки. Снова накид на крючок и под эту же арку вяжем еще один столбик с одним накидом, не довязывая его. На крючке 4 петли провязываем вместе за один прием. Вяжем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Под следующую арку из трех воздушных петель предыдущего ряда мы провяжем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. То есть вяжем первый столбик с одним накидом, не довязываем. Второй столбик с одним накидом, не довязываем. Третий столбик с одним накидом, не довязываем. И четвертый столбик с одним накидом, не довязываем. На крючке 5 петель провязываем вместе за один прием мы сделали общую вершину у этих четырех столбиков с одним накидом. Снова вяжем 10 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Под следующую арочку точно так же провязываем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый столбик не довязали. Второй столбик не довязали третий, четвертый. На крючке 5 петель провязываем вместе за один прием и снова вяжем цепочку из 10 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Под арочки вяжем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. Между ними 10 воздушных петель. Заканчиваем ряд, провязали 10 воздушных петель в конце ряда и вяжем соединительный столбик вот сюда, вот в вершину первых 4 столбиков с одним накидом. Под все петельки вводим крючок и протягиваем ниточку. Далее вяжем соединительный столбик под первую арку из 10 воздушных петель. Вяжем 3 воздушные петли подъема, заменяющий столбик с одним накидом. И под эту же арочку провязываем еще 5 столбиков с одним накидом. Первый. Второй. Третий. Четвертый столбик. И пятый столбик с одним накидом. Далее вяжем цепочку из пяти воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вводим крючок в первую воздушную петлю и провязываем столбик без накида. Далее под эту же арочку из 10 воздушных петель предыдущего ряда вяжем 6 столбиков с одним накидом. Первый столбик с одним накидом. Под эту же арку вяжем второй столбик. Третий, четвертый, пятый и шестой. Под следующую арочку из 10 воздушных петель вяжем 6 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий. Четвертый, пятый, шестой, пять воздушных петель, три, четыре, пять. В первую воздушную петлю вяжем столбик без накида. И под эту же арочку вяжем еще шесть столбиков с одним накидом. Первый, второй. Третий, четвертый, пятый и шестой. Таким образом мы обвязываем все арки до конца ряда. Заканчиваем ряд. Под последнюю арку из 10 воздушных петель предыдущего ряда провязали 6 столбиков с одним накидом пико из 5 воздушных петель и 6 столбиков с одним накидом. В конце ряда провязываем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такой мотивчик у нас получился. А сейчас покажу, каким образом можно соединять такие мотивы между собой. Вот я уже соединила между собой 4 мотива, и сейчас вот в это место хочу присоединить следующий мотив. Мотивы соединяются между собой за вот эти пико из 5 воздушных петель. Так как у меня следующий мотив будет соединяться по двум сторонам, вот первая сторона и вторая, у меня будет 3 точки соединения. Вот первая, первая пико из 5 воздушных петель. Вот здесь вот второе пико и третье пико. Я вяжу последний ряд следующего мотива и не довязываю вот, вот в эти вот три арки столбики с одним накидом. То есть я вот провязала три арки со столбиками и теперь начинаю обвязывать четвертую арку. И этой арочкой, этими, этим лепестком я буду присоединяться к этим мотивам. Итак. Вот моя арочка из 10 воздушных петель. Я вяжу под нее 6 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Теперь у меня идет пико из 5 воздушных петель. Я вяжу 2 воздушные петли вытягиваю крючок из этой петельки вот моя первая точка присоединения я беру мотивы они расположены лицевой стороной ко мне ввожу крючок в пико захватываю петлю не петлю, петлю мотива который вяжу и довязываю свое пико из 5 воздушных петель вяжу еще 3 воздушные петли Теперь столбик без накида в первую воздушную петлю. И под эту же арку из 10 воздушных петель вяжу еще 6 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Далее под следующую арку вяжу 6 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Далее у меня снова, пекуя из 5 воздушных петель, я вяжу 2 воздушные петли. Смотрю на свои мотивы. Следующая точка присоединения у меня вот здесь. Я вытянула крючок из петельки мотива, который я вяжу. Вот сюда вот по центру ввожу крючок. Вот так вот. Захватываю петлю мотива. И протягиваю через эти петельки вот так вот далее довязываю пику из 5 воздушных петель вяжу еще 3 воздушные петли в первую воздушную петлю провязываю столбик без накида и под эту же арку из 10 воздушных петель вяжу еще 6 столбиков с одним накидом первый второй третий Четвертый, пятый и шестой. У меня осталась одна необвязанная арка из десяти воздушных петель. Под нее я вяжу 6 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. пятый, шестой. Далее вяжу пико из 5 воздушных петель, провязываю 2 воздушные петли, вытягиваю крючок из этой петельки. Следующее место присоединения у меня вот это вот пико, вот оно следующее идет. Я ввожу крючок сюда в пико я никаких воздушных петель не отсчитываю прям по центру ввожу захватываю петельку мотива который вяжу протягиваю сквозь пико и довязываю свое пико 3 воздушные петли в первую воздушную петлю провязываю столбик без накида и под эту же арочку вяжу еще 6 столбиков с одним накидом первый Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Заканчиваю ряд, провязываю соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Закрепляю петельку обрезаю нить и хвостик прячу в мотив. Вот мы присоединили мотив к нашим уже соединенным мотивам. Вот такие мотивчики получились. И вот так выглядят места их соединений между собой. Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.